И еще один населенный пункт находится в ожидании решения проблем с водоснабжением. В Яйве уже третий месяц ждут, когда водное хозяйство наконец-таки перейдет обратно в муниципалитет. Суд был назначен на 20 февраля, но заседание в очередной раз перенесли. В дело третьим лицом заходит краевая прокуратура, поэтому, скорее всего, суд начнет рассмотрение дела по новой. Но очень надеемся, что привлечение как раз краевой прокуратуры позволит ускорить процесс. Напомню, что уже сейчас администрация Александровского муниципального округа ведутся работы по восстановлению сетей. Так, из средств бюджета 25 января был смонтирован электродвигатель на станции первого подъема, что позволило жителям пользоваться ресурсом без постоянных отключений. А также дополнительно приобретен насос, как резервный, для станции второго подъема. По словам местных властей, они уже сейчас готовы к любым аварийным ситуациям. Мы закупили еще, конечно, водоразборные колонки 10 штук для того, чтобы установить в поселке. Приобрели различные муфты, участвуем в ремонтах, то есть сами сейчас уже проводим, подключаемся. Подключаем муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетика». Держим постоянно на контроле. Все-таки надеемся, что в ближайшее время это имущество станет муниципальным. К слову, следующее заседание суда состоится 20 марта.